Привет, друзья! Опубликованы кадры запуска российского БПЛА «Форпост». Дрон разработан в 2012 году на основе израильского БПЛА «Сейчер МК-2». Сейчас дрон полностью локализован и выпускается из российских компонентов и имеет российское программное обеспечение. В 2019 году был показан модернизированный БПЛА «Форпост R», а в 2021 году ударная версия «Форпост RU». БПЛА «Форпост R» стал одним из первых российских БПЛА и превзошел по характеристикам израильский аналог. Дрон принимался на вооружение как временная мера, но он оказался удачным и выпуск его продолжили. Дрон может вести разведку практически в любых погодных условиях и имеет помехоустойчивый канал связи. БПЛА может нести две корректируемые авиационные бомбы КАП-20 со спутниковым или лазерным наведением и управляемые авиационные ракеты комплекса X-БПЛА для атак наземных целей. БПЛА массой 500 кг несет полезную нагрузку до 120 кг и может подниматься на высоту до 6000 метров. Дрон оснащен двигателем АПД-82 мощностью 85 лошадиных сил, что дает ему возможность развивать скорость до 200 км в час. Длительность полета дрона до 18 часов, при дальности управления до 350 км. Стоимость БПЛА «Форпост» около 7,5 миллионов долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.